Что лучше, сокращение срока или уменьшение платежа? Первые годы большую часть ежемесячного платежа составляют проценты. Поэтому, если вы решили вносить сумму свыше ежемесячного платежа, то лучше это делать в начале кредита. Так сокращается общая переплата. Если вы понимаете, что сумма ежемесячного платежа давит на бюджет, а сумма переплаты не имеет значения, то лучше сокращать платеж. Но важно помнить, что платеж будет сокращаться постепенно, а сумма переплаты не сильно изменится. Уменьшение срока зачастую все же выгоднее, так как уже с первого месяца досрочного погашения вы значительно сокращаете сумму переплаты и сроки потери.